Че, пришел еще раз? Смотри, орет. А он будет такой? Ну, сосиска точно будет, а хлебочек не знаю. Зашла, как заря. Летящий покой. Кушай. Не бойся. Не бойся, кушай. Ест и хлеб, надо же. Главное, пришел, сам просил. Не говори, пойдем еще, пойдем. Это я тебе дам. Вот, пойдем. Пойдем скорее. Только вот сюда, вот, пошли. Сейчас делаю вот такой вот проход между потолком. Оттуда печка пошла, труба ее, так как здесь не совсем правильный проход. А почему он такой? Потому что здесь будет колено, сэндвич, колено, и оно так неправильно сюда заходит, потому такой искаженный проход. И нужно будет повозиться и сделать сначала лекало из бумаги, а потом металлический, из металлического вот этого листа вырежу. Так называемые вот эти пластины, которые будут защищать вот эту вот штуку, все межполовое перекрытие, потолочное вернее. Ну вот, чуть-чуть помучился и сделал вот такие вот лекала для прохода межпотолочного. Теперь это все дело надо воплотить в металле. Сейчас я это сниму, перенесу на этот лист, вырежу и установлю вот сюда. Такая вот штука у меня получилась, вот, согласно вот этому лекалу. Вот она. Сейчас я ее попробую вставить вот эту. В это проходное отверстие, скажем так. Охранница наша, да, Соня? Охраняет на дозоре. Кто там, Соня? Пришел чужой в дом, и Соня ругается. Сколько?
О, я тебе и говорю, криво. Может, у нас комод криво стоит? Может быть, так. 132,5. Да, вот этот угол теперь. Здесь 15. Теперь здесь я тебе. Да ладно. Да. Уж деревяшки кривые у тебя. Соня ругается. Ты знаешь, что? Может, я просто под другим углом его вкрутил, вот и все. Там шапочка вверх, а тут шапочка ровно. Там очень сильно шапочка задана. Подбей ее еще. Да вообще практически так. Практически у нас пол сантиметра разницы есть небольшой. Ну как кривовато, он по уровню делал, мастер. А это можно все сюда переклеить? Ну, там на пол сантиметра ролика. Да не, молоточек. Зачем? Зачем? Сейчас. Я просто подобью, он туда войдет. Подожди, я сейчас проверю. Доброе утро, страна. Всем привет. Наконец-то мы это сделали. А это что? Повесили нашу картину. Об этом. Я так. Ну, в общем, вот так получилось. Такая вот штукенция. С такой вот неправильной формой, повторяюсь, потому что здесь колено пойдет. Продолжаю собирать печку, а в частности трубу. Она вот эта часть ее чугунная будет тоже в облицовке. Облицовку я вот разложил вот таким образом. Здесь она уже вся подписана под номерами. Сейчас я временно ее соберу. Посмотрю, как она, собственно говоря, женится с этой стеной. Потому что стена у нас немножко выходит за пределы печки. Естественно, облицовка будет мешать. То есть стена мешает этой облицовке. Вот пришлось вырезать такую нишу. В нее тоже установим дополнительно, ну, скажем, какой-то материал, который будет отражать тепло. Ну, как-то так.
Вот так вот она собирается. Я выставил первый ряд. Вот такие вот металлические планочки сюда вставляются в прорезанные пазы. И так, как пирамида, выставляется дальше и дальше. Вот, собственно говоря, вот так вот и получилось. Уже поставил трубу. Защитный кожух, или как он там называется, потом уже к потолку его подошьем. Наверху. Сейчас покажу, как будет наверху. Вот так вот выходит труба. Собственно говоря, прям мне даже самому понравилось. Сюда, возможно, я засыплю керамзит. Может, еще что-нибудь. Когда кушать пойдешь? А? Что ты тут творишь? Ну, он, видишь, зафиксировал трубу на месте. Ты сейчас дырку будешь делать? Да. А зачем сейчас на ночь? А чего? А она прям на улице? Ты насквозь? Нет, я саму эту крышу не... Я только вот... Вать, а тут ты как будешь вот эту дырку заделывать? Керамзит куда-то сюда. Керамзит, да, надо? Сонечка ждет меня. Опа! Алло, привет. Привет. Звонила? Да. Сейчас он. Да. Ну. Привет, Сань. Работнички. Ага. Здорово. Привет. Че видно? Водку-то не снимай. Да, это хит. Да. Сонечка, Сонечка, моя девочка. Что-то она почернела. Почернела, а толстая какая стала, да? Да, поправилась, блин. Москва на пользу.
самоизоляция, скажи, Сань. Да? Ух ты, сразу пишет. Опция, опа. Еще кто пришел. Место встречи изменить нельзя. О, печку посмотри. Валюша, а что у тебя там вкусненького? Шампанское. О-о-о. На залпу. Ну, тебе спасибо. Пойдем покажу, похвастаю. Да ты зайди туда, там вообще. Я не буду комментировать. Ну вот это просто висит, это вот так вот туда подошьется. Она, ну, отдерется это, она будет такая же блестящая. Так, здорово. Вау. Сейчас я тебе подсвечу. Да? Смотришь, здесь пыш? Да. Здесь пыш? Здесь камни сюда, шишки чугунные и камни сюда заходят. И сюда вот, да. Вон через дырочку можно поливать. Вообще класс, да? Смотри, вот через эти. А через эти потом под, ну, как бы... Водичку сюда? Так, полки занимайте. Полки занимайте, париться сейчас будем. Валя, занимай полку, где твоя? Я вот здесь, краешку. Туда колено, все, я уже... Вообще. Ну, это я, естественно, сделала вот эту пока времянку для того, чтобы труба, ну, выровняла ее. Ну, понятно. Вадя, ты такой молодец, Вадька. Чувствую, хорошие люди пришли к нам. Привет. Привет. Здорово. Буквы золотистые, по-моему, да? О. А какой завод там? Наверное, я без очков не увижу. Ну, написано это... И смотрим, я говорю, ну давай, который Алена берет. Нету? Сладкое, полусладкое? Да ладно, что такое? Давай. Мне так рада, как будто я метро 5 минут. Сегодня, да, у нас ужин крестьянский совсем. О. Да. Подожди. Щи да каша, пища наша. Да. И горилка, да. В рот налилка. Кстати. Да, щи да каша, пища наша.